У него вечно долги. Он всегда. Да. Только толков от него нет никаких. Нелестно отзываются о руководстве своей управляющей компании. Недовольство подтверждают фактами. Показывают полуразрушенный подъезд и подвал, в котором хранится мусор, который копили не один десяток лет. Обещают. А толку никакого. Лишь в мечтах и благоустройство придомовой территории, прилегающая к дому дорога, становится непроходимой, когда идет снег или дождь. Управдом Евгений Питаев предлагает жильцам самим решать проблему. Про дорогу сказали тоже, вот собрание было, про дорогу сказали. А вы ее, говорит, приватизируете. Тогда будете ставить шлагбаум, чтобы вот так машины не стояли. Когда-то сами сделали в подъездах косметический ремонт, но из-за неполадок в системе отопления стены потрескались вновь. Теперь жители боятся вкладывать собственные деньги в непродуманные общедомовые проекты. Наш дом им выгодный. Вот деньги делят, а толков нет. И мы вот остаемся, не знаем, затопят отопление или нет. В их пятиэтажке 120 квартир, все малосемейного типа, но часто за коммуналку платят больше, чем жители более дорогих стандартных многоэтажек. По неизвестной причине цифры в платежках растут. Наталья Сулюкина, Шайн Абдуллаев, ТВ-центр, Саратов.